Да, подсадим на пластинки, это точно. Друзья, добрый день. Новый год, время подарков. И мы снова пришли в аудиоманию, потому что здесь можно выбрать не просто подарки, а еще по отличной цене, потому что сейчас распродажа. А где аудиофилы, там и часоманы. В общем, сейчас подберем вам классные подарки на этот Новый год. Потому что не все же часы друг-другу дарить, да? Надо и звук хороший подобрать. Я думаю, что среди вас очень много меломанов и друзей меломанов, в конце концов. И как раз для всех меломанов и любителей хорошего звука я подготовил интересные подарки. Пойдем смотреть, Артём. Идем. Пойдем. Так, Артём, ну что ж, добро пожаловать в нашу комнату прослушивания. Здесь наши гости могут, так сказать, своими ушами оценить звук тех самых устройств, которые они для себя подобрали. Ну, мы причем, кто там недавно подключился, скажем так, может быть, не знаю, что у нас было видео уже из этой причем комнаты, где мы сравнивали как раз часовые бренды и бренды хай-фай техники, то есть как раз разобрались, кто в технике, кто в звуке Rolex, кто Patek Philippe, кто Tissot и так далее. Ну, да, обе индустрии консервативные, согласны? Можно да, параллели провести. Такие индустрии очень-очень близкие, и суперфанаты-любители часов, у них всегда есть хорошие колонки, и у суперфанатов звука тоже что-то и в часах, они хотят что-то эдакое. Вот. И сейчас мы, получается, можем посмотреть варианты для тех, кто только погружается в мир. Да? То есть у нас там на канале есть много вариантов, как вот погрузиться в часовой мир, а с чего можно начать как раз в мире такого прекрасного, теплого, лампового звука. Да, мы с Артемом решили сразу выбрать, скажем так, из разных категорий аудиотехники несколько вариантов, которые хорошо бы были бы и для подарков, и себе, и любимому, там, не знаю, да. Вот. И первое интересное решение, которое я предлагаю рассмотреть, это универсальные колонки от известного немецкого производителя LAC, который уже насчитывает вековую историю, более 60 патентов в индустрии аудио. И, собственно говоря, ребята выпускают колонки не только в сегменте хай-фай в разной ценовой категории, но и также хай-энд. У них есть колонки стоимостью и 7 миллионов рублей. Ну, скажем так, многие не ожидают, что такие маленькие колонки могут действительно так здорово звучать. Ну и, собственно говоря, у нас на распродаже вот стандартная стоимость этой колонки у нас обычно там порядка 65 тысяч рублей. Сейчас новогоднюю распродажу 39 тысяч рублей всего-навсего. И при этом, я думаю, отлично это подарок, потому что, ну, даже если человек вроде бы и не хотел никогда звук, но когда у него этот звук появится, он точно это оценит. И точно будет вас полюбит, потом вспоминать. Да. То есть я думаю, что это можно подарить хоть вот там, ну, в общем, любым людям, которые дороги вашему сердцу. Вот, при этом бюджет абсолютно, я думаю, позволяет. Да, и можно сразу сказать, что от этого же производителя тут же рядом стоит виниловый проигрыватель, очень качественный продукт от LAC. И, собственно говоря, у нас опять же, с учетом того, что у нас скидки, новогодняя распродажа, эта виниловая вертушка стоит не 70 там, с лишним тысяч рублей, как обычно у нас стоит, да, а всего-навсего 39 тысяч рублей за качественный немецкий виниловый проигрыватель, который вам прослужит долгие десятилетия и будет вас, собственно говоря, радовать, да. Опять же, ну, собственно, вы можете его подключить к таким же активным, да, и универсальным колонкам или там к другим колонкам, может, если, допустим, да, уже у вас уже дома есть, да, какой-то там усилитель и так далее, и наслаждаться виниловым звуком. Все-таки винил сейчас переживает ренессанс. Вот, людям уже надоела вот эта вся цифровая эпоха, люди хотят получить, так сказать, и эстетическое удовольствие, и аналоговый звук, и вот эти все, что связано с пластинками, да, это все такая вот прям медитация, можно так сказать, да, поэтому вертушка это прям на самом деле супер подарок на Новый год. Но только, я думаю, если про колонки человек будет очень потом вас долго вспоминать хорошими словами, то про вертушку он потом будет вам говорить: так, ну ты меня подсадил на эту вертушку, теперь я все время смотрю, там, да, все больше и больше там пластинок для нее, и какие можно еще колонки, и какой усилитель и так далее. Поэтому здесь, конечно, уже нужно уже это так осторожнее, да? Да, подсадим на пластинки, это точно. Да. Ну, не только Bowie с Queen'ом Under Pressure, конечно, мне кажется, вот люди, которые приходят вот в этот вот прекрасный мир теплого лампового звука, точнее, не приходят, а думают о том, чтобы в него прийти, но переживают, что тут начнутся сразу, вот им нагрузят, не знаю, вот золотые провода им дадут, да, там, и они просто вот, ну, не вывезут во всех смыслах. Огромные колонки. Да, огромные колонки, все это за миллионы, за миллиарды, скажут: нет, и вообще и дом вам надо перестроить, и квартира не годится, и там покрытие. И акустическая проработка помещения. Да, никакой вот этой вот акустической сцены у вас нет, и вообще вы еще рано вам вообще об этом думать. Вот. Но на самом деле, в принципе, уже, ну, при любых условиях
их можно начать вот с таких прекрасных, например, колонок, вот. Но чем опасен как будто этот мир, да, мы сразу это предостережение, что ты все равно, вот, ну, чем дальше, тем больше тебе все время чего-то не хватаешься, все больше и больше хочется. И что больше всего разговоров, да, про теплый ламповый звук, и я сейчас стою, и он действительно теплый, ламповый звук. То есть я чувствую, да, что они теплые, вот они лампы, вот они теплые. Причем этого, это такая уже, ну, такая более эксклюзивная история, да? То есть это ну, так, скажем так, если уж мы говорили об эстетике вообще в целом хай-фай устройств, то ламповый усилитель это вообще, наверное, в принципе, одно из самых красивых действительно устройств в нашем аудиомире, действительно, ламповый усилитель и выглядит, и звучит он действительно интересно. Вот. И, собственно говоря, сейчас, опять же, многие покупают ламповый усилитель не то, что вот потому, что мне нужен определенный там этот ламповый аналоговый звук, не знаю, да, а потому что вот люди хотят поставить его и вот наслаждаться им этой красотой, естественно, слушать, но эстетика и некая вот эта вот, вот скажем так, такая вот история, связанная с красотой, хай-фай устройств здесь вот прям налицо. Угу. Да? То есть это такой же, ну, можно сказать, турбион, да? То есть и определенная недоступность, определенная сложность, да, эксклюзивность, там какой-то вот статусность и так далее. То есть тут все-таки тоже это уже имеет такое важное достаточно значение. Люди иногда в офисы ставят себе, ну, там, не знаю, ламповый проигрыватель или виниловую вертушку для того, чтобы вот ко мне там, не знаю, пришли на переговоры, а у меня там, не знаю, вот красиво все это стоит, или в пятницу вечером это все включить и, не знаю, насладиться музыкой там, да, повдохновляться, подумать о прекрасном, отдохнуть опять же, да, ну и безусловно там дома, на даче, где угодно. И на самом деле многие думают, что вот это все стоит каких-то космических денег, да, а на самом деле это тоже как бы будет отличным подарком, потому что вот допустим вот такой вот красивый ламповый усилитель, миниатюрный, небольшой, если у нас стандартно он стоит там чуть больше 70 тысяч рублей, то сейчас он будет стоить вам там около 60 тысяч рублей, и это действительно будет отличный звук, они будут также все прекрасно греться, красиво я выглядеть. Я думал, оно вообще от 700 стоит, если честно. Нет, я думал, тут без миллиона вообще даже с тобой разговаривать не будут. Можем, кстати, порадоваться в том, что, допустим, в те же, там, не знаю, в золотую эпоху хай-фай, 80-е там, годы, да, конец 70-х, вообще вся эта индустрия была недоступная в какой-то степени, и все колонки, там, не знаю, усилители стоили, ну, неподъемных денег для многих, то сейчас эта индустрия стала значительно доступнее, в целом, благодаря, там, технологиям и так далее, поэтому, на самом деле, как бы, вот некий, так сказать, стартовый бюджет, он совсем небольшой для того, чтобы окунуться в наш прекрасный мир аудиотехники и хорошего звука. Не, ну, наши отцы-то просто, они тоже были другие люди, то есть они могли сами себе все спаять, а мы уже не такие, ну, в основном. Уже у нас очень мало кто может там, не знаю, паяльником пользоваться, а наши-то отцы, они прям все сами себе напаяли, любой хай-фай и так далее, а сейчас уже вот можно, чтобы это было все аккуратно, так вот красиво и без, это, без каких-то спецтехнических знаний. Да. И почему надо выбросить AirPods? Ну, мы на самом деле говорили не то, что нужно выбросить AirPods, а то, что AirPods для чего? Для разговора. То есть это гарнитура для разговора. Для своего уровня хорошие наушники. Для музыки это, конечно же, не годится. То есть если нужен именно такой вот формат, да, то есть такой вот, вот минимально компактный, блютузный и так далее, в принципе, есть у хороших производителей есть самые разные предложения. Есть там, я видел, и Marshall у вас, и другие тоже именитые бренды. Но я так скажу, что ты, ну, прям немножко категоричен, могут заплевать и это самое, бросать тухлыми помидорами. Все-таки AirPods действительно для своего уровня классные качественные наушники, и музыку можно прекрасно слушать. Но для тех, кто все-таки хочет перейти на ступеньку выше, да, вот, и все-таки, опять же, слушать музыку без проводов, удобно, да, и так далее, то, безусловно, хай-фай производители тоже выпускают классные наушники с микрофоном, да, так называемые вот эти вот затычки, да, вот, и, ну, допустим, как вариант, вы можете сделать прекрасный подарок от компании, известной компании Bowers & Wilkins, да, замечательные наушники, да, ТВС-ки, которые будут, собственно говоря, действительно преподносить, кому вы там дарите подарку, собственно говоря, да, будут действительно ощутят тот звук, который, ну, совсем другого уровня. Это разрыв на классе, как говорят в часах. А, вот, но я, с одной стороны, как бы, ну, можно сказать, ругаю Apple, ну, я люблю Apple, но я их как бы ругаю за то, что вот этот AirPods бесконечный везде, как бы, ну, музыку через него, он музыку убивает. Вот попробуйте один и тот же трек послушать и на AirPods, и в каких-то более-менее нормальных наушниках, вы просто услышите, что это, ну, две разные, как будто две разных каких-то трека. А, вот, но еще
такой момент, то, что, ну, за что я хотел бы похвалить Apple, за то, что они вот этими своими закрытого типа наушниками, они вернули моду на сам формат, да? Да. Если в какой-то момент все вот стали переходить, даже супер там именитые производители стали делать вот эти вот затычки, как раз потому, что, ну, я думаю, что люди этого хотели, да, то есть, ну, на поводу, скажем так, у рынка, но спасибо Apple, спасибо там последователям Джобса за то, что вот они вернули моду на большие, закрытые, классные наушники. Верно, охватывающие наушники сейчас, опять же, стали, так сказать, в тренде, в моде, поэтому, опять же, перейдем на следующий уровень, да, вот как мы тогда с тобой при встрече обсуждали, что все-таки охватывающие наушники и проводные наушники – это совсем другой подход с точки зрения прослушивания музыки и удовольствия от музыки. У тебя как раз сейчас наушники от известного производителя Сивга, который выпускает ну, как бы наушники премиум, в премиум-сегменте. Это охватывающие наушники, сделанные, где чаши вот эти вот сделаны из массива дерева. Выглядит это все безумно красиво и звучит это все классно. И опять же, друзья, у нас распродажа, и эти наушники теперь как бы у нас стандартно, они стоят там около 17 тысяч рублей, их можно приобрести теперь около 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей? Всего на 12 тысяч рублей за вот такую красоту. При этом это же дерево, да? Это же, да, это же вот эти вот чаши, сделанные из массива дерева, вот это вот натуральная кожа, ты просто потрогай их, это, ты, нет, слушай, это ощущение, что это стоит 1060 вообще. Ощущение, что это стоит 1600, и это не для того, чтобы слушать, а просто для того, чтобы трогать, да, и получать удовольствие. Слушай, ну это, ну, в общем, много приходит на ум аналогий, насколько нежная вот эта кожа и прекрасно вот это дерево. Друзья, слушайте, ну я под большим впечатлением, не только от цены за эти наушники. Понятно, что тоже многое зависит от того, к чему наушники подключены, да, то есть там источник влияет, но в целом, вот что про них скажу. Такие вот достаточно большие вот эти вот, как это, кабюшон? Ну это не амбушюры, но это как бы это чаши. Да, чаши, да. Такие достаточно большие чаши, при этом дерево выглядит, ну, как будто бы тяжело, на самом деле они очень легкие, отлично сидят, и получается, что вот за что я не люблю такие вот хорошие профессиональные наушники, они сейчас все-таки такие тяжелые, большие, и они так прям тебя вот так вот серьезно, профессионально, в общем, зажимают. А здесь как раз сам динамик достаточно далеко от уха, и есть ощущение, что ты просто сидишь в какой-то комнате, где вот много-много звука. То есть у меня сейчас ощущение было, что вот это просто вот вокруг меня, да, то есть не то, что как вот обычно в наушниках, что много у воздуха. Тебя что-то прижимается, а здесь правда есть воздух, есть динамик, и что вот Дэвид Боу, это вообще какие-то вот голоса в моей голове. Вот, так что даже не знаю, очень, в общем, это очень серьезное дело. Нельзя, я думаю, любую музыку слушать, надо очень серьезно, да, отнестись к выбору музыки, когда у вас такие классные наушники. И самое главное, то есть не то, что что-то Audio Money, вот такие классные наушники за такую цену и все. То есть сколько у вас наушников? Сотни? Да, у нас, ну, тысячи. Мы опять же просто приводим примеры, те, которые вот решили выбрать из того, что сейчас есть под рукой. На самом деле у нас огромный список всех, так сказать, видов аудиоустройств, наушники, усилители, колонки и так далее. В общем, заходите по ссылке в описании, там все увидите, выбирайте. На нашем барабане сектор «Черный ящик», да, то есть да. Только у нас нет не телезрителей против знатоков, а у нас аудиолюбители за часовщиков. Все верно. И у нас на самом деле, если мы говорили об эстетике хай-фай устройств, да, как они красивые, как их можно прям выделять в интерьере, как предмет интерьера, то, наверное, есть люди, которые хотят все спрятать, такой минимализм преследуют, да, для того, чтобы дома все было незаметно. Это вот такие вот интересные колонки от известного производителя Marel, который, кстати говоря, делает акустические системы для таких спорткаров, как Lotus, Ferrari, Lamborghini, Шпигель и что-то там еще, там один из спорткаров, который тоже они оснащают акустическими системами. В общем, одним словом, это действительно, ребят, профессионалы своего дела. И перед вами как раз акустическая система, которую классно можно куда-нибудь в нишу поставить, там в шкаф, да, допустим, библиотечный или еще куда-то, ее можно спрятать. Но при этом вот этот вот, казалось бы, черный квадрат, да, он дает невероятно интересный и просто прям вот мощный звук, да.
Ну, потому что... вообще куда угодно, органично впишется, отлично. Да, там... Мне кажется, и на кухню можно, и там, ну, куда угодно. Куда угодно, да. И в спальню поставить, очень круто. Да, она будет такая вот прям, вот действительно такой черный квадрат, который вот ни о чем вроде не говорит, но при этом очень много звука дает. Там вот, собственно говоря, у нас низкочастотник, у нас два твиттера, фазоинвертор, который расположен вперед, то есть ее можно прям вплотную к стене поставить, и будет, собственно говоря, ничего не будет дребезжать, все будет классно у вас играть. Стоимость, конечно же, всем интересна стоимость. Не какие-нибудь там вот 50 там, с лишним тысяч рублей, как она обычно у нас стоит, а всего-навсего на распродаже 23 тысячи рублей. Ребята. Ну это просто удача, которую нельзя упустить. Просто мы ее находим как Bluetooth устройство, да, то есть все как вот обычно. Вот я ее нашел. Вот я нашел свой любимый последний альбом Depeche Mode, ага. Собственно говоря, да, «Моменты моря». И включаем. Отправляем сюда, и он тут. Тут должен играть трек с нового альбома Depeche Mode, но YouTube такой: «А-за-за, издатель запретил произведение на вашей территории». Так, ну и, конечно же, чуть не забыли, чуть не ушли, забыли сказать про винил. Конечно же, огромный выбор винила, один из самых больших в России у Аудиомании. Можно посмотреть на сайте, можно прийти сюда тоже. Здесь поперебирать. Вот, поперебирать в этом, да, есть вот свое какое-то особое, какая-то вот такая вот эстетика. Да. Вот, но, наверное, проще заказать онлайн, тоже всегда отличный подарок. Поэтому пластинка тоже будет являться отличным подарком, и у нас пластинки тоже в новогодней распродаже. Можно абсолютно, так сказать, за... небольшие деньги, сделать приятный комплимент, приятный сюрприз, и красиво, но, эстетично. И, кстати, пластинка, это такой, пластинка классный подарок, даже если нет проигрывателя, да? Ну, то есть, если в этом что-то вот, ну, какая-то вот эта особая эстетика, вот просто ее повесить на стену, не знаю, там можно даже в рамку или просто поставить, это уже очень красиво. Тем более, что пластинки, особенно раньше, всегда к этому подходили как тоже как к виду искусства, да? Ну, что так музыка оно есть, это не просто звуки, а это вот целый мир, что каждый альбом был законченным произведением. Вот, поэтому, конечно, ну и выбор просто потрясающий. Друзья, так что как раз пока это не наступил Новый год, не пролетел Дед Мороз, станьте вы Дедом Морозом, да? Приезжайте в Аудиоманию, заказывайте. Я думаю, мы в ссылках в описании как раз оставим ссылки на все вот эти продукты, которые мы показали. Но это, конечно, мы показали просто вот такую песчинку, да, с огромного вот у этого нас океана просто. Тысячу наименований в распродаже, поэтому переходите по ссылке, ребят, вы действительно удивитесь ценам, поэтому сейчас тот самый момент, у нас не так часто бывает в индустрии вообще распродажи, по сути, в нашем хай-фае распродажа бывает только, по сути, одна. Это новогодняя, когда действительно отличные цены, поэтому, ребята, всех с наступающим Новым годом, и, конечно же, выбирайте подарки себе, не забывайте, ну и любимым. Пишите в комментариях, какой у вас звук, какие у вас любимые колонки, усилители и так далее, любимые наушники. Будет интересно, да, это все дело обсудить. Вот. И, конечно же, всем хороших часов, хорошего звука, хороших проигрывателей и отличного Нового года. Ура! В финальной версии монтажа тут тоже играла замечательная музыка, но, опять-таки, YouTube не пропускает, поэтому поверьте на слово. Хотя лучше не верьте, а проверьте в одном из салонов Аудиомании. И желательно, пока действуют скидки. Спасибо за просмотр. Счастливо!